Готов. Процедуры сегодня с утра. Доброе утро, Мо. Ты составлял новое расписание? Да. Скотти же с ума сойдет. Знаю. Не будет меня в следующий раз отводить в кино в женский туалет. Правда? Я сидела, а тетки все валили, валили, валили. Здравствуй, Скотти. Что еще за мэн? Это Мо составлял. Мо, женский сортир покоя не дает. Это была шутка. Здрасте, я Мэтт Куон. Привет. Эй, ты, мистер Бицепс. Хочу прояснить. Бекки мой физиотерапевт. Расписание составляю не я. Везет кое-кому. Шато Паради, Монре. Что это? Ответ на твои молитвы. Короче, я тут узнал, что есть место, где ублажают страдальцев вроде нас. Бордель в Квебеке? Не поеду. Кого ты трахал в последний раз, Мо? А, ну да, никого. Говорим предкам, что едем на озера, а сами прямиком в бордель, где за пару-тройку дней богини разрядят наши стволы. Черт, мои предки. Выкидывай, а то они засекут нас. Мо, ты тоже. Я свой не бросай выброшу. Бросай телефон, моя мама знакома с это твоей совершенно... мамой. Они засекут. Черт, быстро. Что это? Моя симка, я выбросил сим-карту. Черт, это было куда умнее. Вот болван. Эй. Что за хрень вы мутите здесь? Скотти обнаружил место, где ублажают людей вроде нас. Вы едете трахаться. Алло? Я знаю, где они сегодня ночуют. Куда мы гоним? В нашу тачку! Я не хочу занудствовать, но кто собирается вести? Для вас не станет новостью, что я слепой. Теперь жми на газ. Твою мать! Кого я сбил? Вы хоть понимаете, насколько безответственно себя повели? Но сказать «мама, мне нужна шлюха» не так просто, согласись? Мне 24 года. Я должен знать, что такое секс, и нужен ли он мне. Я не рассказал вам, потому что мне было совестно. Но больше я ничего не стыжусь. У меня здесь на дороге пара инвалидов и... Простите, мужчины со слабостями. Двое мужчин со слабостями и слепец. Извините, слабовидящий. Хорошо. Слабовидящий джентльмен. Кажется, навострился я, ребята. За наши члены, чтобы мы ими гордились. Спасибо. За что? Вот за это. Мужчины со слабостями. Я хотел кое о чем попросить вас. Это странная просьба, только без смеха, ладно? Говори уже. В чем дело? Побрить мое причинное место. Пошел ты. Напомни, почему я здесь?